Всем привет, всем здравствуйте. У нас пятница. Танюшка еще не подошла. У нас сегодня какой-то странный рыбный день. Креветки, брюшки, семги. Прикопченные, по-моему. А это слабосоленые, маринованные. Ну, я, короче, потом покажу. Сейчас пока я тут накрываю на стол. Так, стаканы у нас чистые есть, только они немножечко пылью. Стаканчики. Ой. И что? Ну, конечно, да. Класс на счастье. Чего и так долго держится? Это я на 40 лет себе покупала. 4 года еще остались. Сейчас еще Таня принесет свою поляну. Сесть хочу. Набегалась так в пятницу. То детям, то в магазин, то с магазина, то опять в магазин, то к маме. Капец. Переложить тарелки. Вообще их надо в сервант отнести. В серванте. Опять наполняется моя эта. Еще у меня тарелки вот здесь. В серванте хранятся. Темно, конечно. О, у меня еще Таня говорит, посуду одноразовую принести. Это еще целое это. Так, угу. Вот вилки. Все чистое, только надо накрыть от пыли. Голова разболелась. Ой, блядь. Мы сегодня с Таней вдвоем. В принципе, пока вдвоем. Сейчас я накрою. А грязную посуду в другой тазик сложу. И все, тут уже грязно. Тут тоже. Рыбу резала только что. Новые тазики. Это обычно таскаем с дома. Я пошла, купили. Это грязное. В принципе, обычно так все и происходит. Листьев наметает столько. Осень. Тут я его дергал уже. Флаг моей любимой страны. О, Господи. Что запаковалось? А ветер хлопает. Да пускай закрыто. Ничего. Закрыт? Да. Я тебе вентилятор включила. Да. Ты же далеко, блядь, за 3-9 земель же. Да я тоже в тапочках еще. А он халатик лежит. Да тот, что намного больше. На одну тарелку. А зеленый? Ну, он в гараже. Я его занесла. Нефиг. Нефиг? Да. Что? А, пока натюрморт нарезала. На двух человек нормальности. Так, ну, чем мы сегодня с Таней? Я не знаю, сколько. Без 23 дня. Ланч, что у нас? Полдник. Полдничаем. Тушеная свеколка. Креветочки мелкие. Рыба, перец,
Слабосоленая маринованная семга. Печеночные оладушки. Мини-пиццы. Хочу. Картоха. Хамса. Рыбный, полурыбный, полумясной, короче. Сейчас меня снимает. Это и мясная тарелка. Мясная тарелка, да, колбасная какая. Ну и все, понемножку венца. Приятного нам аппетита. Никого пока нет. Тишина, прохлада. Уже жары такой особо нет. А я же говорю, мы вечно... Мы вдвоем сегодня. Но мы только вдвоем обычно начнем. Ну, я для нас двоих, все пошли вон. Сейчас 5 часов. Сколько? 4? После 5 начнут подтягиваться все. Анька позвонит, что делаете. А что, пятница сегодня будет, не будет? Да, я скажу, о, уже, бляй. У нас она уже как-то с утра еще. Да. Ну, посмотрите, выпила я не знаю сколько. Грамм 100 вина. 150 грамм, бля. Щечки сразу стали. Как у Маруси из Морозка, бля. Как после секса порозовели. Вот из-за секс. Сама такая. Она тоже не знает. Забыла. Старенький мы. Для рождения детей, блядь. Это... Занимались когда-то. Придется 18 плюс ставить, что ли? Ну ладно. Я надеюсь, YouTube не услышит. Да, брынза вкуснее. Что? Правда... Хотя у этой вот, у которой всегда шмам какая-то. Правда, коровкой так хорошо. Да прям. Вот я тоже не поняла. Это что-то очень сильно коровкой. В следующий раз это вообще ваше или вы у кого-то взяли? Потому что всегда у меня был сыр и брынза. Прям хорошая. Очень сильно коровой. И коровой никогда не пахло. Угу. Я или брать больше не буду, или да. Пробовать буду. Я такое не люблю. И я. Я тоже такое не люблю. Или старой тоже корову подмыть забыли, или я не знаю. Корова, блядь, не подмытая. Хорошо волос, блядь, не попалось. Это вообще брат. Я говорят, не стригись. Ну куда я уже не могу? А сзади, ля. Косы. А вот. Ну, то, голосуем, ребята. Стричься, не стричься. Нет, надо уже что-то. Мне Надька тоже. Надюшка. Тоже говорила, давай уже что-то менять. Что менять? Значит, надо отрастить, короче, чтобы потом сделать другую стрижку. Она да? Мне наоборот коротко хочет. Я говорю, я сейчас не пойду. Я про себя сейчас. Я бы с удовольствием тебе коротко бы. Прям вот такую вот, вот я так. Говорю, мне щеки не это тебе так кажется. Так, и Таню тоже. Вот такую вот коротенькую, вот так вот. Вот так, без вот этих вот лохматур, вот этих. Чтобы шапочка, я вот. Точно. Нет, а мне же вообще, но она не кара, я уже длинная его отпускаю. Да. Точно. Голосуем. Не прожил бы всю жизнь. Да, большой. Глаза не. А я бухать буду. Сказал главный алкаш городка. О, алкоголик. Еще тот. С какой квартиры? Это стул появился после свадьбы. Я не знаю. Оля, это мне? Да. Ой, спасибо, девушка. Этот спасибо. Стул появился после... Все, Жизнь, поела, пошла. Тебе хороших, одного самого лучшего. Поняла. Кушать будешь, тарелку? Как я зашел? Да ты шо вообще? Я подскочила на месте. Молодцы, как бы я думала, взрыв какой-то случился. А я это... Аж испугался. Сам сделал, сам испугался. Всегда открыто, все видят. А это раз у вас закрыто. Все, кирдык, что-то творят девки. А что думают? Наверное, то, что надо, чтобы хоть слезть успел. Постучался. Думаю, на всякий пожарный постучу. Походу, сегодня точно 18 плюс. Чтобы успели прикрыться. А, ты снимаешь? Да. На улице ветер. А ну знаешь, как грюкает, надо, чтобы открыть, надо подставить что-то, а нам лень. Мы же это. Мы же закрыли, а Тане твоей жарко все время. Вспотела. Тане всю жизнь жарко. Да. Я же горячая женщина.
зимой мерзнет и летом мерзнет? Не, летом потеет. А летом? Видишь, у нас сегодня рыбный день. Смотри, какие креветки, Василий Васильевич. Ля. Ложки. Не очень. Градусов. Чтоб не уставало. И руки. На... Кирилл пришел с занятий по вождению. Весь на впечатлениях. Танюшка у нас тоже водитель, поэтому они общий язык нашли. Да. А я, ну а я вот оператор этого всего. Нравится ему, нравится. Сейчас, наверное, думаю, что даже сейчас, наверное, думает, что он раньше этого не сделал. И коробка же. И учиться, и теория ему нравится. И... Советское какое-то еще обучение. Слава Богу. Это, как мы все вот в жизни все-таки всегда первое, все приходит вторая, третья, в то время, третья, когда третья, оно первая, должно прийти. Вот. А может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то пропустил, а может быть, я... Да нет, я говорила когда-то, может, с год назад. Максим говорил, я что-то это... Еще говорю, когда сами ехали, я по образованию юрист. А сел, у меня высшее образование сразу, юридическое, это... и работаю я тоже по профессии. Профессию я получила в 29 лет. Тоже, да? Казалось бы. Ну чего, после школы закончила я 11 классов. Пошла учиться в колледж юридический почему-то. Ну, решила сначала попробовать, понравится или нет. Хотя всегда эта тема нравилась. Сейчас я ее обожаю. Попала, Максим говорит, ну это ж Нексия, все, вот. Они когда катались, первый автодром, они катались. Ну выше я закончила, 29 лет. Они то есть, понимаете, да, через 12 лет после делал. Окончания школы. Накидка, то есть, ну, всему в свое время. И давай, в то время, когда училась, я не в деньгах было дело, абсолютно. Макс говорит, блин, вот когда по городу будешь ездить, ну, так, вот смотрите, да, о, весь такой прибежал, а это я сейчас камеру только включила. Палит в машине. Теперь можно, да, пивка? Это когда по трассе едешь, ветерок-то дует. А когда ты по автодрому катаешься на холостых, ветерок не дует. Просто ты сидишь, на тебя солнце палит, да, у тебя туда жарит. Сейчас, сейчас уже не 38, не 40 хотя бы уже. Блин, ну чуть-чуть иногда бывает. Ты завтра будет. Мешки под глазами, вся хрень. Молодец, оптимист. Эти, как эти, олени. Та ты что, вкусняха мелкая, как семечки. Не нравится. Не поняла, что там. Как семечки. Ням, все. Конечно, не могу так мяло, но кольца. Йод, кальций и белок. Все, больше у них ничего нет. Все свои. Татьяна подтянулась. Пока еще чужих нету. Пока, да. А еще ж не время. А это чья рыба? Это мы покупали сегодня с Таней. Да. Покупали копченую. Мы сегодня покупали. Где вы? Ты что, знаешь, какая мы вкусная 2000, креветка? 2000 сложились, блядь, решили. 2000. Креветка, и то я за 100, еще 100 рублей всё, доездила, будет, брала. И такой, блядь, не хватило, блядь. Ни хера себе. Да. Жигульнуть. Вот это и вот это. Вот это. 500 рублей. Вот это 2000. Вот это и вот это. 500 рублей. Да. А что это за? Семги, брюшки, семги. Это слабосолено, а это подкопчено. Только вот это. Это креветки дорогие, наверное, да? Нет. Самые. Это наоборот самое дешевое. Мелко, блядь, самые мелкие купила, а я их жрать не могу. А я... Ну, мандавошки, блядь. 410 рублей креветки стоят. Самое дешевое купила. А я за 1000 купила. Блядь. Вот эта херня. Селедка, да, какая-то. Хамсы чуть-чуть хамсы купили. Что мы еще? Я думала, она сейчас хамсы вот так купит, блядь. Она вот так купила, я лука полчашки, наверное. Я купила нормальное. Я ее до конца не дочистила, потому что я увидела, что... Нормально. Не приехал еще? Господи, хотела спросить, кто, потом замолчала. Видео уже снимать. По крайней мере, ехали уже. Ну,
Перец, смотри, какой красивый. Я вчера готовила. Я видела. Так перца хотелось. Мало вчера идти. Так я его приготовила только в 8:30. Вечера? Ага. Боже, что это? А, он ест этот кекс, кекс ваш. Уже такой дебелый. Чай вкус мочить. Устают, а у меня еще первый раз они втянули. Ну, все, короче, три водителя, одна я тут сижу. Блогер. Ну, блин, а нельзя же взять вот так, ну, типа, одной рукой? Ну, я просто уже там, вот так. Я одной рукой. Вот и все. Вот удобно. Ну, учат же не так. Ну, понятно. А где уже там, я смотрю... Кто-то ездит, а кого-то возят. Ну, меня будут возить. Трасса, ну, пошла, поехала, да. Напряжка уже. Да, напряжка, конечно. Мне очень гидрач там, короче, шалит. Ты когда руль до упора поворачиваешь, ну и в отсечку упираешься, он гудит. Не, гидрач начинает моторчик гидрача, и он мне постоянно, я когда разворачиваюсь, первый раз. Будем дыкаться от вас. А мы раритеты. Соскучился, Ромчик. Плохо. Роман, нам диктань. Обойдешься. Приняла и отпусти. Если кто-то не знает, Таня принимала Ромку в родах. Просто если кто-то новый на канале, Таня — это акушерочка с 5-го роддома, называется вообще краевой краснодарский, но вообще мы считаем его 5-м роддомом. Она там работает акушерочкой, и она принимала Ромочку. Сейчас уже забыл. Ну ничего, дети разные, Кирилл. Ну, не бывает, что у них каждый день должно быть хорошее настроение. У тебя-то, извини, сегодня на... Я сегодня ругалась, у меня девчата спрашивают, с первого этажа спрашивают, ты что там орала? Я говорю, с Кириллом ругалась. Что уже такое? Я говорю, ничего, блин, не слушайся меня. Ну, бывает. Да. Целая толпа не просто сам, напала на дитя. Ты чему золотой? Что происходит? Давайте. Ну, давайте как серенький. Серенький уже кушает. Скажи, у нас тут куча мала, какой тут кушать? Так, кто? Кто? Давайте. Давай. Иди, я сфоткаю с тобой. Вся толпа в сборе. Ну, сейчас включим. Тёма! Всё. Короче, вся толпа в сборе. Пашка, не... Пашки не хватает. Толпуева. Как? Колупаев. Пашка Колупаев, мы тебя ждем. Вызов тебе даем. Назначь время. Я знаю, ты меня смотришь. И мы с тобой встретимся. Так, ну, то, что дальше будет происходить, я думаю, что YouTube это не пропустит. Просто музыку будем включать. А вы что подумали? Вы же знаете, что когда приезжает Коля, то музыка. Поэтому всем спока. Всем спока. Спасибо за... Хотела сказать спасибо за просмотр и все вместе объединила. Спока. Спока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, если понравилось. Ну, не нравится — дизлайки. А если вообще не нравится, значит, не смотрим. Всего хорошего. Пролистываем. Все, спасибо вам большое.